Всем привет! Сегодня 11 февраля, сею корневой сельдерей и стараюсь это сделать до 15 февраля. Я его уже выращиваю на протяжении 3 лет и на протяжении 3 лет посевала только один сорт, это альбин, причем с одного пакета. И заметила, что корневой сельдерей теряет очень быстро всхожесть. То есть чем свежее семена, тем лучше всхожесть. Вот на первый год посева из пакета сорта альбин у меня была всхожесть, наверное, 90%. На второй год из этого же пакета семена взошли у меня на 60%, наверное, 50% максимум. А уже на третий год, когда у меня семена закончились, я их высевала, у меня была всхожесть 10-15% максимум. То есть семена сельдерея нужно выращивать. Чем свежее они, тем лучше. Ну, так как у меня семена альбина закончились, вот, я купила в этом году другие семена, это вот такие. Сорт здесь, к сожалению, не указан, здесь, если привести, то написано просто корень сельдерея, то есть получается, как будто он, ну, без названия. Здесь 0,1 грамм, это примерно около 200 семян. Я буду высевать половину, потому что в семье корневой сельдерей употребляю только я, причем только в свежих соках я его добавляю. Как приправу, там сушить я не использую, только в свежевыжатый сок для придания вот этого вкуса и аромата, который мне очень-очень нравится. Поэтому мне половина 0,1 грамма будет предостаточно. То есть мне нужно примерно корней 20 будет. Все, этого будет достаточно. Сею я довольно-таки простым, проверенным, надежным способом. Всхожесть отличная. Беру хлопчатобумажную ткань, высыпаю нужное количество семян. Как я уже сказала, это будет половина. Заворачиваю. Опускаю в чашечку и заливаю водой примерно 50 градусов. У меня на чайнике есть термометр, поэтому мне легко определить, сколько градусов у меня вода. Я оставляю так семена до полного остывания воды. Итак, я меняю воду 2 раза. Сейчас вода остынет, я ее вылью, отожму семена и опять залью такой же водой. 50. После 2 теплых водных процедур семена готовы. Аккуратно открываем. В теплой воде я замачиваю семена, это для лучшей всхожести. Все, высыпаю на белый лист бумаги и слегка их просушиваю до сыпучести. Это делаю для того, чтобы легче было их посеять уже на грунт. Пока семена просушиваются, здесь это происходит очень все быстро, нужно будет подготовить грунт. Я взяла вот такую неглубокую плошку. Здесь, конечно же, дренажное отверстие, почва, грунт. Моего приготовления я его готовлю с осени. Есть видео на канале, зайдите, посмотрите. Уплотнила сверху, чтобы всхожесть была более или менее равномерной. Семена уже подсушились. Да, почву я пролила водой, в которой растворила HB101. Но это делается по инструкции. Все, и вот таким движением легким я распределяю по поверхности земли семена, как бы присаливая. Как и все мелкие семена, мелкопыльные, сверху землей не присыпаются. И, конечно, сверху, чтобы семена прибить к земле, чтобы они немножко соприкоснулись, я проливаю водой. Затем я накрываю пленкой пищевой.
и выставляю под лампы в теплое место, чтобы было не менее 25 градусов. Тогда сельдерей очень хорошо прорастает. Вот таким несложным способом я высеваю корневой сельдерей. Хороших вам всходов! Заходите на мой канал, подписывайтесь. Всем пока!